16 лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действие больше оказывается на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуются простые, спокойные, плавное движение, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусной, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны.